Писать стихи Ольга Фурсенко в девичьей Фокино начала еще в юности, но тогда это казалось несерьезным, обычным увлечением, пока однажды на домашний адрес не пришло судьбоносное письмо. Фокина Ольга Александровна, моя полная тезка. Вот. И однажды к нам пришло письмо, восторженное письмо, когда еще была девочкой. И там родственники писали, что они гордятся мной, племянницей своей, с моим творчеством, но я к этому отношения не имела. Это как раз было связано вот с поэтессой из Вологды. Она сейчас жива, большую общественную работу ведет. И вы знаете, это, наверное, был божий знак. Наша героиня окончила филологический факультет педагогического института, всю жизнь пишет сценарий к праздникам, поет, а недавно освоила гитару и теперь свои стихи превращает в песни. Но свое увлечение юности литературу не оставляет. За ее плечами уже 2 сборника. В них она передает любовь к тому, что ее окружает, к природе, людям, родине, излагает на бумаге все, что ее волнует в социуме, мире. Поэт – это человек с оголенными нервами. Это правда. Это совесть. То есть это люди особенные. Поэтому сердце в разрыв, душа в клочья, и все волнует, вот абсолютно, начиная от каждой травинки и до космоса. Много внимания Ольга Александровна уделяет патриотическому воспитанию молодежи. На базе библиотеки поселка совхоза имени Ленина ведет кружок Ярила, где вместе с местными учениками изучают все секреты великого и могучего русского языка. Дети очень любят ее, мы считаем, что это очень талантливый человек, очень талантливый писатель и грамотный педагог, потому что по образованию она тоже учитель русской литературы. На презентации ее 2-го сборника стихотворений «Любовью хочу захлебнуться» присутствовали не только воспитанники кружка. Львиная доля читателей поэтессы – люди в возрасте. Они с радостью посещают все ее творческие вечера и сегодня пришли поддержать Ольгу Фурсенко. В ней столько тепла, столько радости, столько солнца, сколько любви вот ко всему, к людям, к природе, к Богу. Ну, это изумительный вечер. Несмотря на название, последний сборник Ольги Фурсенко можно начинать читать с 10 лет. Как говорит сама поэтесса, свои эмоции старается передавать простым языком. Ее стихи душевные и добрые. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.